Греческий остров Миконос в Эгейском море. Разгар туристического сезона. Атмосфера веселья и отдыха. То, что в стране кризис и фактический дефолт, здесь, на первый взгляд, незаметно. Сказывается, конечно, удаленность от столицы, а также статус курорта. Да, у меня такое впечатление, что тут нет никакого кризиса. Невероятно. Все прекрасно. Погода, музыка. Да все отлично. Кризис в Греции, похоже, не повлиял на отпускные планы туристов из-за рубежа. Они охотно едут в Грецию, в первую очередь на острова. На самом деле у нас нет никакого страха, но мы все же приняли некоторые меры предосторожности. На круизном лайнере было много банкоматов. Там мы сняли наличку, чтобы ей можно было расплачиваться в тех магазинах, где кредитные карты не принимают. Вопрос снятия наличных денег – это, пожалуй, единственная проблема, которая сейчас может броситься в глаза иностранному туристу на Миконосе. Дело в том, что в понедельник на этой неделе власти Греции закрыли банки по всей стране, ограничив лимит снятия для местного населения до 60 евро в день. Однако туристы наблюдают за этим со стороны, на них ограничения не распространяются. Туристы могут расплачиваться кредитками, банкоматы полны денег. Туристы могут снимать средства, у нас с этим проблем нет. Но это пока. Я не знаю, что произойдет через 10 дней или через месяц. Сейчас пока все нормально. В среду правительство вновь открыло порядка 1000 банков исключительно для пенсионеров, так как у многих из них просто нет денежных карточек. Так или иначе, неопределенность с банками для многих жителей острова Миконос сейчас, пожалуй, одна из первостепенных. Мы просим людей, чтобы они давали нам больше мелких денег, чтобы мы не остались с крупными купюрами к концу недели, до тех пор, пока банки не откроются. Все очень любезные соглашаются, и сейчас у нас нет никаких проблем. Мы предпочитаем, чтобы нам платили наличными, чтобы и мы могли расплатиться с поставщиками наличными деньгами. Да, только наличными. Для них сейчас нет других вариантов, чтобы выжить. Жители Миконоса сейчас любыми способами стараются перестраховаться. Туристы относятся к этому с пониманием. Да и вообще всячески желают грекам поскорее справиться с кризисом.